Я хз, Но насчет я. танков не знаю, я не косячил, короче, он стак. Ну, просто я иду магом постоянно. Я рассчитываю на то, что, во-первых, танк будет собирать паки. И во-вторых, что, ну, типа, я понимаю, что я, скорее всего, сорву одного, там, двух нубов. Ну, блядь, я надеюсь на то, что танк с меня их снимет, там, через 2-3 секунды хотя бы. Но в последнее время в герах особенно, ну, вот, геры же хорошие, как бы Ну смотри, я срываю мобов если и... паладином танчить, то этот. Ну, да я за паладина в основном и говорю, потому что... Если танчить паладином, то легко снять моба. А если какие-нибудь. Бля, у него 2 100% таунта, вот они, блядь. Ну, если они промахиваются, только тогда они снимаются. Ну да. Ну так, в принципе, и Мызи, блядь, могу снимать. Ну, упало Ну, два таунта с КД это 8 кто? секунд. Но в основном же А, таун там снимает. Рэббит. угу. Рэббит. А у тебя таланты вкачаны на минус агро? Там если маг Конечно. дохуя надамажил, то тяжело снять. Ну, хер его знает. Ну, видишь, Нет. Смотри, кто-то там спросил за таланты в агро. Они у меня-то вкачаны, но Holy Spawn, если она снижает агро только аркан магии, а я-то бью в основном Blizzard. Ну, как я уешу? Я кастую Flame Strike и потом Blizzard. У меня постоянно, когда Blizzard бьет, постоянно прокает клиркастинг. И от этого я постоянно бью Blizzard еще, ну, типа не тратя мана. Поэтому, ну, агро не скидывается, потому что талант только от тайной магии снижает агро. Но в любом случае, я стою, кастую, и типа меня моб бьет там 5 секунд. Меня хил хилит, блядь, уже только меня хилит, а танк как бы даже не шевелится. Меня такие бесит, я просто сразу пишу, говорю, чел, ты либо снимаешь мобов, либо я играю точечно, и мы будем очень долго проходить. Знаешь, блядь, одно дело, когда ДД летит впереди танка. Не, я про то, что, блядь, попадаются ДД, которые, сука, лезут впереди танка. Они ловят агру на себе, блядь, продолжают моба пинать. Ты моба таунтишь на себя. Еще вместо того, чтобы, блядь, к тебе моба подвести, он стоит и пиздит его на одном месте. Хер знает где от тебя. И Но потом же это... танк пидорасом оказывается. Либо хил гандон, потому что не удержал. Но это неопытные какие-то типы. Таких Одно дело, сразу когда видно. тебе дают собрать пачку и запулить их. Неопытные? Ну, я думаю, да. Бля, у тебя задержка, что ли, или это у меня задержка? Ты почему-то отвечаешь позже намного. Хер его знает. Ну, просто видно по РЛК, ты сразу, ну, сразу по действиям человека видно, он, типа, давно играет, недавно, как он вообще свой класс знает. Не надо быть экспертом. Нет, Слав, я ничего не Суманите говорил, я меня, сделал чувак. спек чисто под себя. Я всегда сам спеки люблю, какие мне хочется. Если у вас Смотри. лот А, остался, слышишь, то вы Влад? сможете. Короче, я скачал этот Омен аддон. Ну. Скачал Что кого еще, мне? кроме Омена, надо скачивать? Ну, ДБМ скачает, чтобы видеть. Таунтмастер у меня стоит. Ну, Таунтмастер, он бесполезный, на самом деле, можешь удалить.
Поставь себе еще какой-нибудь на фреймы, либо tidy plates поставь. Удобный аддон в том плане, что ты над таргетом видишь, сколько процентов твоего агра, и если кто-то начинает срывать, ты видишь ник того человека, кто начинает срывать, можно так перевешивать бдилку. То есть, если видишь, ты помимо Вомин смотришь, ну, Вомин ты больше, чем на боссов смотришь. Ты в А над... ВКонтакте есть? Да, но я им почти не пользуюсь. Проще сюда в диск пиши, вон заявку в френдлист Ну, закинь. просто я Если добавил надо тебя что-то, и пиши написал сюда. бы, и все. Ну, или в ГИС напиши в этот, в общий чат. Сейчас я в общий напишу, поставлю плюсик, а ты кинь В общий заявку, чат если что, название пиши. закинь. Сейчас. Так. Нет, не только по ВМ. Актуально. Да. Ну, под АУЕ оно не срабатывает. Но на том же, смотри, на том же Хлеоне я чекал про товаром. Во тьме спокойно его танчил абсолютно, и под дыхание, под АОЕшку я прожимал, получал урона меньше. Просто не весь урон идет. Входит. Ты его не отражаешь по факту, но ты отражаешь часть урона. О, Эршан зашел. Так сколько там у вас слотов осталось? Я хер его знаю. Сейчас я ханту еще своему пытателю. На кого, кстати, мы идем? На Лотхиба или на... Ну, я... Так мы уже здесь. Но это White Rabbit спрашивает. Кадыров в пати. Ну, я уже добиваю квест. Кадыров в пати, да, естественно. Сейчас мне два итема собрать, и я залечу рейд. Да. Ты думаешь так пойти? Ну да, приоделся, типа, ДП. Ну, лоскут и гроб, они бесполезны. Ну, я имею в виду в том плане, что они убиваются и так. Главное, чтобы милики не были. Чтобы милики не были долбоебами, и на лоскуте стартанули где-то через полминуты, а лучше минуты. Потому что если они начнут срывать, не срывать агро, а идти вторыми по ДПСу, схема такая же, как на Гурле. То есть, кто второй по ДПСу, тот получает шот. И миликов это ваншот сразу же. Три танка было. Да цыпа зайдет. А, он уже подъехал. Саш, доктор, я думаю, сегодня после 25-ки пойдем до закрою. Если время будет, где-то как закончим, там, грубо говоря, начало 12-го, то сегодня пойдем келли добьем.
Это фреймы. Это фреймы. Ты меняешь вражеские фреймы. Нет, это не рейда. Это ты меняешь только вражеские фреймы. То есть меняешь их полоску ХП, отображение агро прямо над мобом и так далее. Ну, прикольно. Вот, тебе плюсанул, кинь патю. Если можно, засумуйте, пожалуйста. У меня флая нет. Сумуните. Там, смотри, там, если что, позже подскочит моя сова, если что, можно будет заменить кого-нибудь, кто слабый по ДПСу. Да, потому что сова моя, ты сам видел, вчера нормально домашняя. Ну, как бы, да. БР лишний не будет, Игорь тоже лишний будет. Ну, и как бы 4,5к в боссу тоже лишний не будет совсем. Ни о чем. Он начинает лупить нормально во время берсы. В остальное время он слабо бьет вообще. Берса у него когда начинается... Нет, он... Если ДПС у рейда слабый, то где-то на 30% начинается берса. Ну, хочешь первым по агру постой, я рядом постою, понабираю агру вместе с ним. Да. Ну, посмотрим. Я буду играть. Ну, у меня сейчас прок это, ну, каждые 10 секунд у меня есть прок на удар щита. А чё там шашлычок, кстати, он зайдет или он все? Давайте начинать сумониться, да поехали. Времечко терять не хочется, тем более все уже вроде как зашли. Я думаю, пора начинать. Думаешь? Уверен. Да, Лил Хаммер был онлайн. Ну, сова к 21.00 будет. Он мне сейчас в WhatsApp писал. 21.00 будет. Так, тогда сейчас... С работы едет еще. Две минуты, я по-быстрому, блядь, пойду покурю, чтобы потом не отвлекаться во время босса. Я в инсте уже не сумонти этого игры. Зачем тебе его спекать? Не, его не надо спекать еще, он хороший хилит, пусть хилит. А сумани меня, я помогу сумму. Надеялись, что мы не придем. А мы тут. Хилый, блядь.
Вы не заняли еще? Вечер добрый. Привет. Да, все, да, все, я вышел из рейда. Ой, из подземелья. Этот, вы уже стратегию на этого босса выяснили, да? Ну, мы сейчас Лотхина пока скипнем, сейчас пойдем убьем его с Кутика и то, Грома. Что нужно на две пачки разделяться и споры перекидывать в другую пачку. Да, и нужно им перебегать в другую пачку, тем, кто получил эту спору. Да, но... Помнишь этого паладина, который я пригласил, он немного эрелил? Он просто говорил, что нужно тем, на ком баф от споры, уходить от основной пачки. Когда я у нее спросил. Слава, здорово. Ты этот, на YouTube выложишь, да, видос? Видео с Макса. Да у меня в ноуте, понял, встроенный микрофон, и очень плохо меня слышно. Твою мать, Честер, ты ли это, блядь? Да, я. Я натюрлер. Ладно, не буду мешать. Ну, он за мной. Давай. Короче, выложишь, я посмотрю видос. За мной иди просто вон. Здорово всем. Здорово. Нет, там на хп это близлайк, они не сделали близлайк здесь, нет. Да, он смотрит только в лист по агру. В теории, смотри, в теории у нас 3 танка и плюс 1 РДД будет, это по-любому какой-нибудь маг, типа там Рэббит или Кадыров или Саргазмия. Либо лок, рыбоцыпа, они и так будут четвертым. Ну и плюс мы ко мне. Сведите их, может, не знаю. Да, сейчас. Да я и так набью, наверное. Ребята, а на РДДшку напуливать не? Просто сам в РДДшку и все. И... Аж так было, в десятку, по-моему, убивали, не? Да не надо напуливать, маги и так нормально рвут. А, ну... У нас всего один напул.
Ну, да, и у мелики, и мелики вливаются не с пула, а через, грубо говоря, 30 секунд после пула только мелики врываются. Что там, у нас паладинов много, сали. Ты себе лучше доведи КЖ-ку и назад HR на сотку выносу. А че? 150. А че ты того реально не сделал, если ты там танчишь? Ну, там же выносливости больше. А уровень тот. Он и в ДД типа 2% крита и 2 крит урона. Ну если на то пошло, для танка самое лучшее — это дремей. Да, для танка да. Ну это еще в ультра нормально. Понижение. Ну, у дремея самое больше хп. У дремея просто. Фулл баф. Саш, поставь шкаф, пожалуйста, у нас полипал в Доваране. Жрать хочу. Бывает. Маги, дайте покушать. Ставлю, там стоит. Бля, уйдите со стола, нельзя кликнуть. Чё, рыбка есть у кого-то? Там, по-моему, прист, ландей. Прист, он хил или как? На ундей. Да, кстати, херово, что его нет. Маги инту дайте. Надо выключить все-таки. Бля. Оба мага фаера без МК, хуевенько. Так бы обменялись. Сколько у вас крита? У кого сколько крита из вас маги? Прочно. Блять, вы определитесь, нахуй. Здесь сопротик, да, лучше, наверное. Готов. Все, милька уже ворваться? Да, смотри, милька. Ворвали. Нет, пока. Ну, пока. Да, можем. Он же не таунтится. Он бьет только тех, кто больше хп. Первый танк, он бьет второго по хп. Нет, на Сирусе не по хп бьет. Ну, по хп этот бьет. Из этого три танка идет. Ну, ты говоришь, не таунтится, я стаунтил, но... Ольга Дмитриевич. Милики, уберите какой-то пристабав в себя на хп. На хп здесь... Здесь не агрится на хп, это не близлайк. По этому агролисту. Я ж вот буквально только что говорил.
два мага и элем, все нормально. Можете Геру отдавать. Налоги. Да сейчас, если маги будут ближе подбираться, я вам на Кадырова перекину или на Рыбит. Бля, у меня вообще не прокрыт аркамнислет. Жесть просто. Нет, просто 40% шанс. Ген, а где этот Эдгар? Куда он делся? А он на подарь ушел? А понимаешь, они забрали классы, за которые хотели стартовать вот наши, получается, и свалили. Юра хотел за Лока стартануть, Хиникора стартнул за Лока и свалил. Пивпав стартнул за Вара, Завара хотел Лакрим стартануть и свалил опять же. Нет. И вот нас получается. Куда Хинекора и Пивпаф ушел? Пивпаф ушел к Олдам к своим там. На Экзор? Не, здесь. Олды тут. Гильдия. Хинекора уже 7 дней не появляется. Мы его затроллили просто в последнее время. Он со своими экспериментами опять. Да он не играет, я вчера звал, когда нам нужен был хант, я его звал. Он говорит, я не пойду, я не хочу. Я говорю, я зашел в игру и зашел в инс, и уже захотелось выйти обратно. Как всегда, не ушел. Понимаешь, вот все, отселились люди, опять остались от нетрейна, к которому мы пришли изначально вот к тебе тогда на X3. Вот так вот и осталось. Да. Я понял. Понимаешь, я не хочу бегать за людьми, а уговариваю там что-то им делать. Если не хотят, они играют, пускай не хотят. Сейчас, да, 25-ки сейчас люди походят, а видно, кто будет. Вот, хотя бы более-менее гильдия стаканится, там десятки уже начнется водить. А, котик жмотик, гим на ману, содиум, тотем на ману. Поставим. Тем сейчас. Я потом также скину сообщение, кто там нужен. Вот, а там люди, кому интересно, кстати, отпишутся. Просто понимаешь, я 25-ка, я не потяну. Мне десятки хватит. Ну вон, тут людей много, кто на данный момент без статика. По сути, сейчас статика десятки только у меня, и все. Ты бы создал бы тоже тем. А, там есть, да, статики-то идут. А, нет. Ты вот поменял? Да, поменял. Спасибо друиду, который мне инер кинул, чел. Прямо от души. Харь, в душе, душевную душу, да? Ты ебать, я на два команды, блять, пытался дамажить, но и камни забыл сделать перед боем. Да. Меткость понимаю, блять, хуя на шее. Да, она уже... Да вон Протоус, да? Он последний остался за этой шеей. Да помойка ебаная.
Вот этот лутмастер. Да-да-да, у тебя окошко получается вышло. Ты на него нажимаешь M1, M2 и Retroll, да, правильно? Вот, а там можно еще будет галочку поставишь, и EPGP будет там в настройках. И он будет по приору все выдавать, а не по каброу. А то потом. Хилет, Хилет, пивайтесь, пожалуйста, да погнали трэш. У меня есть, вон, проту, возьми себе. Ну, это вон, кусок вообще игры. Ух, ебать, единичечка. Почти как сотка, надо. Там 200 лучше на хосту. Сейчас я их не слышу. А сечёт? Да. Нет, я положу. Я положу, слизней почти не будет. Ну, будет, там вам придется что-то пособирать, но собирайте в нелизоне, оставляйте их, и все. Шамик, ты в Дискорде, да? Просто скажи или пиши, на кого будешь щит кидать. А то я твои щиты перебиваю постоянно. Так ты включи отображение, я не буду. У меня отображено, я просто рефлекторно начинаю кидать. Да. И начинаю его перебивать. Чтобы он на меня потом ругался. Давай, я на дуля тогда, а ты так, ну вот. Кто не знает тактику, смотрите, снимаете все РД хилы вот сюда в центр, в кружочек. В общем, смотрите, меня более-менее нормально слышно. В общем, смотрите, стоите здесь, когда на вас мутирующий укол, никто его не диспельте, пожалуйста. Когда на вас мутирующий укол, вы убегаете за нашим движением. Вот так становитесь. Сюда, сюда. Вот сюда выносите мутирующий укол. Вот эта вся территория, это под мутирующий укол. Если туда уже кто-то вынес, то смотрите в пустое место, вот где есть пустое, за нашим движением. Мы будем вести босса постоянно по решетке. То есть вот как решетка идет вокруг вас, вот так я буду вести босса, когда он будет выставлять лужи. Вот так я его буду проводить. Ни в коем случае не накидайте, пожалуйста, луж вот сюда, ближе к решетке, вот с этой стороны. Потому что мы не уложимся в таймер по лужам, и я его потом поведу вот сюда дальше. Вот так вот я его поведу. Поэтому старайтесь максимально за нашим движением выносить лужи. Теперь. Но там на кого на эту херню кинет, на того же метка будет ставиться? Я буду называть. Помимо этих милики, смотрите, вы стоите постоянно за спиной босса. Дамажите. Если за видите, спиной? Что на вас... Да, вы за спиной босса. Если вы видите мутирующий укол на вас, вы подбегаете вот так. Не. Ой, встань сюда. Сейчас покажу. То есть, если босс... Нет. Да, он не сагрится. Отойдите назад. Ладно. Не сагрился, кек.
Да, блять, ну алё, 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 дайте поставить, блять, босс. Куда вы? Дайте нам? Запулить его. Облако, милики, аккуратно. Сдвигаемся. Укол вар вынес. Да-да-да, вот так. Вообще идеально. Все, вот там выноси. А что, диспелить его будут? Не надо его диспелить, он сам снимется. Окей. Нормально, нормально, нормально. Облако, аккуратно, милики. Фьюдж. На ханте. Фьюдж вынес. Фьюдж, по-моему, сейчас... Он города разлил, короче. Вынес рейд. Бля. Фьюдж, ты тут? Ты чё, уснул? Да? Хуёво. Пробуем дальше, похер. Облако. Цыпа. Ничего страшного, они потом пропадут. Аккуратно просто сдвиньтесь, блядь, между лужами встаньте. И все. Облако, милики, аккуратно. Юю вынес. Юю вынес. Спасибо. Милики, слизни просто зауешьте. Облако, милики, аккуратно. Передвигаю босс. Войд вынес. Там гера у вас есть. Ну, давайте, гера. Облако, милики. Аккуратно. Баллада вынес. Котик, жмотик, гимн, содиум, тотем. Облако, милики, аккуратно. Не стоим, не стоим, бобо. Почти не стоим, Кадыров вынес. Облако, милики, сдвигаемся. Кусок лапши вынес. Стой, сам подхиливайся. Облако, милики, сдвинулись. Трик вынес. Облако, милики, сдвигаемся. Кусок лапши вынес. Да там слона кто-то завел просто, походу. Хобот забыл привязать просто, блядь. Пан вынес. На все ночи, блядь. Вы понимаете, что убегаете от хилов, блядь? Но они сами хилиться должны. Облако, милики, сдвигаемся. Содиум вынес. Баллада гимна ман. Облако, милики. Баллада уже отдавал гимн? Там же котик жмотик отдавал. Баллада отдает. Облако, милики, сдвинулись. Щиди же. Капустка, капустка гимн. Солнышко вынес. Облако, милики, не лутаем урон. Пан вынес. Облако, милики. Трих. Ранее нельзя, чтобы слизни не появлялись. Облако, милик. Держите. Камер вынес. На аварии, в земле. Шам. Шам мертвый. А, на щас. Шам, который. Лил Хаммер вынес.
Протеус вынес. Облок. И 20%. Да слизни умирают, то и так, блядь, благодаря ОЕшке. У нас миликов нормально. Облока сдвинулись. Арастас вынес. Можешь сам себя продиспелить. Угу, все, назад вернулся. Одна секунда облака. Облака. Лакрим унес. Отлично. Войд лови. Отворачивал. Не так, не так, не так. Вот ты видел, как я водил? Ты вставай, давай, блядь. Матер мне БР дал. Сейчас стою, 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 стою. Прохильте на фул. Лужа там. Прохильте, дайте каску. Каску, пристабав. Уф. Кто, облако. А кто взорвал? Юэ вынес. Облако. Вынес. На хиле. Винер от КДшится, сейчас отдай Содиум Инер. У тебя одна секунда. Облако. Облако. На хиле. Одна секунда. Стопните, блядь, тут. Одна секунда, оба. Сейчас. Протус второго еще слизня заберись, но. А, протус мертвый. Меня ёбнули. Заплевал рейд в конце. Он просто решил он развернуться и дал. Прям только что я упал. Просто развернулся и дал блевотину в рейд. Какого хрена? Ну, хотя я его держал специально по диагонали в другую сторону. Ну ладно. Блять, вот это обидно. Фьюдж, ты проснулся? Фьюдж. Он там уже кофе что писал. Слушайте, вот сейчас Твайт Рэббит говорит, я, блин, канулся выносить укол, и он меня ваншотнул просто. Мне два раза по 13 тысяч залетело. Знаешь, ну, ты, видимо, через лужу блинкался. Там, если ты по луже пробегаешь, то ты получаешь бешеный урон. Лужа очень больно будет. ДЦ, который баллада, пожалуйста, старайся считывать в первую очередь. Смотри, твоя задача не считывать over весь рейд. Спасибо, Ген. Твоя задача просчитывать цели мутагенного укола и мелизону. Все. То есть вот, запомни, РДД можешь считывать только в одном случае, если он является целью мутагенного укола. В остальных случаях ты сейчас должен заниматься только тем, чтобы считывать мутагенного укола и, собственно, танк. Можешь, в принципе, миликов даже не считывать. И я помню еще, когда на X1 убивали этот Накс, там милики били типа не в спину, а как получается чуть сбоку. Ну, вы можете сбоку стоять. Я его держу по диагонали. Вот зачем? Ты по МТш? Ты по МТшить хочешь? Ну ладно, МТш. Да я привык МТшить и говорить. Не вопрос, ладно, Таня. Скорее всего, милики сбоку стоят, чтобы убегать. Не вовнутрь рейда, не к РДДшникам, а туда. Они и так нормально убегали сейчас. Они все у меня убегали за рейд. Вот, собственно, о чем я хотел тогда сказать, когда вы согрели босса. То есть босс вот здесь стоит, милики, если на вас мутагенный укол, да. Вы убегаете вправо к стенке и убегаете не под морду, не в ту сторону, куда я убегу. Ну, а назад. А назад, да, чтобы вы не получили еще этот блевотню. Потому что, смотри, Войд, ты главное, когда водишь, веди его не прямо вот так, а получается ты чуть провел и повернул по диагонали.
Да, да, да. Давайте поубафаемся. Учитывая, что был пул беспонтовый, то в принципе нормально. Пудги, ты проснулся? Брать, все хорошо? Я только не понял, с какого хуя он повернулся и в рейд блеванул. Если, ну, огромно в лайве бывает. Это, смотри, здесь тайминги сбились, и он отдал мутирующий укол и сразу блеванул. Он повернулся на рейд отдать укол, он всегда поворачивается, когда вешает дебаф на того человека, который стоит в стороне. А, здесь багнулись тайминги. Он дает укол и сразу же сдает АОЕшку. Поэтому, собственно, вы и умерли все. Ну, вообще такого не должно происходить. Я думаю, блядь, только с линии забрал. Давайте РЧ. В принципе, сейчас он спустится и начнем. Он идет сюда уже. Чё без рыбы? Ну, рыбы нету. У нас одна рыба. Одна рыба через 3 минуты, по идее, должна зайти в онлайн. Красивая рыба. Вкусная. Да. Пернатая. Мне кажется, 30 секунд на попробу. Да просто стопните сейчас. Пусть он спокойнее словит. Милики, не врывай. РДД тоже. Пусть он поставит. Все, поехали. Героем, да? О. Да, давай, герой. Облако. Сдвинулись. Пан. Чего? Юэл вниз. Все уже ничего. Облако. Котик за мотик вынесу. Облако. Юрш вынес. Вот это скорость, нихуя себе. Да. Облако, шамик вынес. Протус, обновляй крик, не хп, пожалуйста. Я не отвлекался, а облако. Баллада вынесли. Облако. Реаниматор вынес. Реаниматор вынес. Облако. Было ЛСС там? Юю вынеси. Юю вынеси. Было. Я забрал гроба, а пойди Берни реаниматор. Облако медики сдвинулись. Облако медики. Облаком вар выноси. Окей. Вар ТД. Облаком. Кадыра вынес. Слизня, заберите из РДД.
Нет, ты Кадыров неправильно разлил, туда сейчас босс пойдет. Вот Рим. Пол блоком. Пан вынес. Облаком. Трик вынес. Я знаю, ты на раз слизней держи возле Милика, чтобы мы били хотя бы. Облаком. Слышь, ты три там вынесли лужу недавно, она не успеет исчезнуть. Я вижу, не переживай. Юй вынес. Облаком. Сейчас минимально сдвигаться, просто будем капусту выносить. Котик жмотик, сдай гим на ману пока. Облаком. Кусок лапши вынес. А лужа пропала, все нормально. Не вижу. Баллада вынесла. Парни, давайте, пока вы будете бить трэш, я переделаю билд, бо у меня вообще не прокает эта хуйня, что-то сегодня, блядь, день какой-то хуёвый. Ну, переделай. Отказывай, если хуй-то. Ладно. А просто, этот, Войд, поменяй сейчас лут и просто забери шмот. Давайте плащик паролем, я улучшу. Конечно. Нормально, что ты забрал шмот? Плащик паролем? Я улечу. Конечно. Трогай! 17, блять, понятно, нахуй. Да, кодируешься все. ГЦ. Я внизу. Сейчас босс. А ты чеченец? Да, конечно. Да. Он просто Миш. Он просто Миша Медведев и скрывается под фамилией Кадыров. Я просто за секунду занял них. Да, да, по трубе глуту. О, а у нас просто есть? Потом бил переделать. Старгазм его сделал. У меня такая, по-моему. Кого треню? Да, давай. Ну если тебе не нужна, давай мне. По-моему, у тебя тут броня дается, а на медведе это охуенно, блядь. Ты подумай. Там броня 3 не дается. А тебе. А вторая. А тебе на 375% больше брони даст. Понимаешь, сколько это? По трубе. По трубе. Ну на эту, на собаку. Да, тут аккуратно по диагонали спрыгни. Да, вот так. Так, ну так как у нас 3 танка, то в принципе одного танка тоже можно на трэш закинуть. И 2 танка на бот. Короче, трэш к собаке нельзя подварить, да? Да, его надо нагревать, но в то же время тебе нельзя стоять на месте, потому что трэш вешает дебаф на увеличенное получение урона. То есть, если ты там, грубо говоря, постоишь с трэшем даже те же полминуты, у тебя будет стаков 7, и тебя просто моб с одной тычки шотит.
Ну да, это больше на ДЦ. Засуманьте White Rabbit, пожалуйста. А что, вы шкаф будете ставить? Я могу пока. Да иди нахуй, блядь! Сам иди, блядь. Саш, поставь шкаф, пожалуйста. Что, вы шкаф ставите? Я слетаю, пока я нашивку это делаю. Да, да. Давай. Да я уже сделал. Я уже взял офстек остался. Зашел с тобой улики, давай. Секунду, это пиздец.